Только что отстрелял по противнику. Был прицельный огонь по нам. Пришлось ответить. Почастішили проходи, попытки проходів диверсійних груп, от, але ми їх бачимо от, і запобігаємо їх проникненню на цю територію. От. Що побажати? Всім терпіння, наснаги, от, за нами перемога, однозначно. Там на горе уже Лисичанск. Весь горит, весь дыму. Вот и Лисичанск. А это кто попал сюда? Это с Боровского. А, тогда здесь вообще русских не было. В данный момент в этом районе спокойнее. Изначально с него все начиналось. Да. И пережили нас первое время бомбили. У нас 5 прилетов града в школу. Поэтому и нам сложно было, и всем. Дома погорели, все, снаряды летали. И ну, сейчас здесь и нас частями, потому что сначала переместилась новый ситуация, да, туда, в старую часть города. Там лупят то. То. Да, ну а за нами... Промзона еще ихняя то осталась, кимкомбинат и промзона. Вы здесь живете? Да? Ну тут у нас типа камбуза. У нас да. Там бомба упала. Угу. Через крышу, и потолок пробило в зале, и в зале она лежит, я ж не знаю, мы пришли, надо ж там, чтоб пришли, посмотрели. А может, она, если взорвется, мы... Угу. А сюда. Давно вы здесь живете? 6 апреля. Здрасте. Здрасте. Вот тут. Вот здесь ты спишь? Да. Ну, с мамой. Угу. Да, я вам спишь.